Объявлен мораторий на проверки бизнеса. Плановые проверки с 2015 года должны остаться в прошлом. Вот когда я объявляю мораторий, я думаю, штаты же ведь те же остались, Финполи, полиция, КНБ. Что они будут сейчас делать, эти люди? Рашид Тарадович, Барма, Финпол. Есть ли данный народ? Ты все придумай, Петр. Мы будем знать, как я не полицейских сколько, пожарников. Владимир Владимирович, как? Ну, что будут делать пожарники сейчас? Санитары, санэпидстанция? 34 тысячи организаций остались, не относящиеся к бизнесу. Нет, люди-то есть, и они должны проверять по этим. Нет, сейчас нельзя. Что будут делать? Чиновничество никогда не сокращается. Никогда. А имеет тенденцию расти. Я не просто так сказал, правительству надо разобраться. Это сколько денег там тратим мы на эти проверки, на этих людей. Мы уже не первый раз вводим такой мораторий, но когда только его снимаем, снова получаем шквал жалоб тут же. Вот ждут, когда мораторий закончится, и прям набрасываются туда.